Тихо. Что такое? Да не шуми, ты уже начинаешь. Что начинается? Что-что, сама за что? Имя Джонни Воробьев. Возраст из одного дня 9 лет. Характер веселый, неунывающий. Любит книги, конфеты и справедливость. Не любит, когда его заставляют что-то делать. Особенности. Не выговаривает букву «Ж». Тихо. Она ведь каратистка. Виктория, как ты выглядишь? Вот так. Имя Виктория. Возраст 12 лет. Характер решительный. Ты ее даже мальчишки боишься. Любит шить самодельные платья и заниматься карате. Не любит свою тетушку. Особенности. Родители в отъезде. Ну вот опять, видишь, он все время его будет. На! Ты чего?
имя Стасик и Боря Дурины. Возраст 11 лет. Характер спокойный, рациональный. Любят чинить старую технику и изобретать новую. Да, они все могут починить. Не любят, когда им мешают. Особенности братья-близнецы на непохожие. Ой, да только! Только нет! Сейчас к своим пойдет. Имя только Самохин. Возраст 12 лет. Характер въедливый, зловредный. Да, он всех достает. Любит, чтобы ему подчинялись. Не любит, когда ему не подчиняются. Вообще не любит. Ага. Смотрите, смотрите, Серый опять с компом заснул. Имя Сережа Волошин. Возраст 12 лет. Характер уравновешенный, веселый. Любит гулять, играть на гитаре и сочинять стихи. Не любит драться. Галеру придать полному разрушению. Пленных обыскать и взять выкуп. Начинай! Двигаться. Шаг вправо, шаг влево, копьем по хребту. Становись! Вражеский флаг забрать! Это военный трофей! И не вздумайте кому-нибудь пикнуть. Утопим всех поодиночке на корм головастика. Вот и братец объявился. Воробьев! Почему ты опоздал на этот раз? Проспал немножко. Но я же самолично разбудила тебя перед уходом. А я самолично еще немножко поспал. Ты чудовище! Ага. Воробьев, ну почему у тебя опять такой ужасный вид? Ну неужели нельзя выглядеть, как все дети в летнем лагере? Не получается, Вера Сергеевна. Я завтра буду опять беседовать с твоими родителями. Хорошо, Вера Сергеевна. И, наконец, расскажу им все, что... Виктория! Ой, как у меня болит голова. Виктория, ты куда? Что это было? Я могу ошибаться, но, похоже, это была девочка. Вторжение кометы. Какая ты красивая.
Опять новое платье. Сама шила? А кто? Тетушка, что ли? Спасибо, что машинку починили. Угу. Только я для платья изрезала старый платок. Думала, мамин, а оказалось тетин. И поэтому ты в бегах. Я от нее всегда в бегах. Виктория! Вернись немедленно домой! Ты сведешь меня с ума! Ой, ребят, мне кажется, нужно политическое убежище. Вы не видели Вику? Ей надо заниматься французским. А она надела ужасный самодельный наряд и умчалась, как сумасшедшая. Видели, конечно. Она только что промчалась через двор. Перепрыгнула вон в том месте, ага. Да. Наверное, поскакала к лодочным мосткам. Там все наши девчонки купаются. Точно, ага. Ой, самовольная девчонка. Я ведь запретила ей купаться без спроса. А может, она все-таки где-то здесь? Не надо туда. Нина Валерьевна, там опасно. Стойте! Может, просто спряталась незаметно? Да нет, это там Нина Валерьевна. Виктория, Нина Валерьевна, не открывайте! Но я только пас. Нина Валерьевна, мы вам поможем сейчас! Держу, держу! Успокойте же! Все, все, успокойтесь! Дайте, дайте! Все хорошо! Я заводу! Это электронный взвод! Меркурий, наш проект! Для ловли мышей, только он пока их не ловит! Мальчики, я чуть не умерла! Вы же знаете, что у меня это вот давление прыгающее. Мы-то знаем, а он паразит не знает. Успокойся, мой хороший. Неотложенная система. Мышей нет, чтобы его натаскивать. Вот он и кидается на кого ни попадя. Влада! Мы как только найдем Вику, сразу скажем, что вы ее ищете. И что это даст? Павлик, Митя... Прибежали и говорят, Самохин собрал армию и пиратничает на улицах. Ой, крапива тут! Плотину их растоптали, никому прохода не дают, выкупы требуют. Говорят, мы викинги. Кто? Это шпана викинги? Ну да, как в кино «Черный Яр». Да знаю я. Ну, Джонни, надо же что-то делать. Во, слышишь, опять маршируют. Вот это да! Лови! Вон еще дырка. Ой. Где ты так ободралась? Подавай. На скорости. Все помню. А, вот интересно, какая у тебя максимальная скорость? На. Не знаю, специально не меряю. Эй, так нечестно. О, Джонни, привет. Жутко чудесная картина. Платьице зашиваем, да? Джонни, ты чего? Да того, что Самохин опять мелким ребятам жить не дает. Что? Понаделали всякого оружия и на всех лезут. У Митьки Волкова и Павлика Гаврина плотину сломали. Они ее в ручье делали, а эти растоптали. Шакалы. Нашли на кого нападать. Думают, если наши разъехались, можно маленьких задевать. Пошли поговорим с ними? Иди и поговори. Вон они сейчас проходить будут. Стадом. Смех смехом, а не подобраться. Даже из рогатки не прошибешь. Понятно. Насмотрелся Самохин про викингов. Сейчас в космосе показывают новый фильм. Называется «Черный Ярл». Видели? Нет, там цены космические. А вот Самохин посмотрел. У него там бабушка-контролерша работает. Слыхали про викингов?
Они всегда в пешем строю вот таким ромбом ходили. И как закроются щитами, так не подступишься. И шлемы у них были рогатые, чтоб страх нагонять. А ярл это кто? Ну это вождь, вроде князя. А почему черный? Да это прозвище, тоже для страха. А ярла в чайнике мы тоже боимся? Да! Да, ну что? Поговорим. Четверо на одного. А разве это много? Вас-то сколько было, когда плотину у двух малышей раздавили? Мы раздавили. А что, не давили, да? Мы по ней только через ручей прошли. У нас на той стороне тактические занятия были. Мы что, знали, что она сломается? Думать надо было. Головой. А нет, Евгений. Но я хотел сказать, а нет, жестянкой с рогами. Слышь ты, мои рога не тронь. Можно и потрогать. Четверо на одного. Не четверо, а пятеро. Сейчас как... Воробушек. А я и не узнал сперва. Недавно был как козявка, и вдруг стал длинный, как макарона. Сейчас так задвину по уху. Макарона. Двинь. Ах ты. Держи его. Пустите, гады, пустите, я сказал. Ладно, хватит с него. Ребят, двигаем к себе быстро. Хорошо, увидимся еще. Не будет вам жизни теперь, ни ночью, ни днем. Ну, прошло почти 20 минут. Пора бы уже. О, маршируют! Красиво идут черти. Ну и красота. Понацепляли утиль сырье. На месте, стой! Ну, чего расселись, как курицы? Идите, побеседуем. Сено к корове не ходит. Трусы, это вам не пятеро на одного. И не 16 на двух малышей. Пискарь, давай. Объявляю вам всем смертельную войну до полной победы, чтобы не было вам нигде проходу. Все. Нет еще. А подлую малявку Джонни Воробьева по прозвищу Макарона поймаем отдельно, сдерем шкуру и повесим сушиться на солнышке. Нет у меня такого прозвища. Нет, так будет. Все теперь? Все. Ну и катись отсюда. Сам катись. Эх. Ух ты! Эй, ты полегче! Минуточку! Эй, вы, мелкий рогатый скот! Виктория, что ты говоришь? Ты уже минуту ступай домой, ты сведешь меня в могилу. До завтра, мальчики. Сегодня мне весь вечер будут учить хорошим манерам. Крепись, утро вечера мудренее. Возвращением из отпуска. Пойдем, это вечером. С днем рождения. Анечка. Жень, это тебе на день рождения три мушкетера. Ты ведь давно хотел?
Ура! Буду теперь каждый день до ночи читать. Я вот покажу тебе до ночи. Ты про этих мушкетеров смотрел массу всяких сериалов. Ха, сравнила. Книжка эта в 1000 раз интереснее. По-моему, 9-летним мальчикам рано читать такие толстые книжки. Я, например, справлялся в его годы. Женечка, может быть, ты еще походишь в летний лагерь, а? Ну, там хотя бы Вера за тобой присмотрит. Бррр, жуть какая. Ну что, Свет Евгений, чем ты собираешься заниматься сейчас, когда освободился от своего детско-лагерного ига? Буду воевать с Черным Ярлом. С кем? Как воевать? О, как. Женя, ну подожди. Ну что ты будешь с ним делать? Ну что с ним сделаешь? Нормально. Я крут! Хорошо идут. Видать, из дворца школьников. Наверное, исторический кружок. Военно-патриотическое воспитание. Убивай! Спасуй! Смотрите, смотрите! Фу, Меркурий, как не стыдно, ты же кот, а не собака. Не вынесла душа поэта. Аккуратней! А, именинник. О, какие люди! О, ну прямо ребенок из дома моделей. Сам ребенок. Мне уже 10-й год. Скоро на пенсию. Давай, значит, давай. Не пошел больше в лагерь. Уговаривали. Хотели, чтобы я туда до самой осени таскался. Я сказал, что фиг. Ой, жирно будет. Джуни, ты адмирал. Тебе поменинника надо бы за уши потаскать. Да я подступиться боюсь. Мы ему Меркурия подарим. Не надо, у мамы аллергия на кошек. Ну, кота не кота, а песни для тебя сочинил. Ух ты. В подарок. О, давай ты исполняй. Жил отважный капитан, так поется в песне. Он в старинном городке жил с друзьями вместе. И стремился всей душой он к далеким странам. Это очень хорошо и ничуть не странно. Под северным сиянием, под южными созвездиями, на корабле отчаянном весь шар земной объездим мы. Ты становись большим скорей, наш славный капитан. Лови в ветрах чужих морей пылинки дальних стран. Пятнадцать кошек в ряд сели на заборе. Капитану говорят, подрастешь ты вскоре. И тогда придет пора отдавать швартовы. Славный строится корабль, он почти готовый. Под северным сиянием, под южными созвездиями, на корабле отчаянно весь шар земной объездим мы. И становись большим скорей, наш славный капитан. Лови в ветрах чужих морей пылинки дальних стран. А эти в железных мисках опять маршируют. Они вчера до ночи маршировали. Эх, набрать бы человек 20, да поставить впереди всех Джонни с барабаном. Дали бы мы этой рогатой банде. А может, на них вашего кота напустить? Мелковат. А если что-нибудь покрупнее смастерить? Пушку.
кубка. Давай, пушку влетит. Ага. Эх, броневик бы склепать. И на всем ходу на них. На каком ходу? Да, на каком ходу? Откуда двигатель взять? А на педалях. Много ты на педалях наездишь. Тебя в этом броневике, как в мышеловке, и накроют. Мышеловки. На улицу не сунешься, чтоб футбол погонять. Вот в августе вернутся наши, тогда дадим жизни. В августе? А сейчас как воевать? Вам, мальчишкам, только воевать да футбол гонять. А что делать, заперти сидеть, да? Не обязательно сидеть. Тысячу дел можно придумать самых интересных. Не надо тысячу, ты одно придумай. Ну и придумаю. Почему только война да война? Доброе дело всегда полезнее войны. И интереснее. Это как когда в жизни всякое бывает. В жизни, дорогой мой, сейчас не хватает добра. Отсюда все неприятности на планете. Они раньше были. Хочешь спасти планету, но дорвешься. Если все будут так рассуждать, а надо не хныкать, а действовать. Как? Да хоть как. Недавно старое кино показывали по каналу «Культура». Как у ребят была компания, и они всем людям делали хорошее, не за деньги, а ради добра. Это про Тимура, что ли? Как они воду бабкам таскали и нам, значит, тогда? А что, рассыплешься, что ли? Да не рассыплюсь, только от нынешних бабок. Спасибо-то, не дождешься. И у каждой толпа здоровенных родственников и детей. Это раньше были одинокие старушки, а сейчас они все? Угу. Вообще-то, есть одна бабка. Ее бабкой Наташей зовут. Она без никого живет? Не, неподходящая бабка. Ерунду ты выдумал, Джонни. Она ребят видеть не может. Кричит, что все мы бандиты. Ну, наверное, мы сами виноваты. Кто мы? Ну, наверное, я. Я в прошлом году к ней нечаянно свой вертолет в огород пустил. А она тебе нечаянно уши надрала. Нет, не успела. Я от нее по парникам убегал, по стеклам. Понятно, почему она кричит. О, а может попробуем и перевоспитаем бабку? Вот и будет капелька добра для человечества. Вот вы и пойдете в разведку. Мы? Почему? Почему мы-то зачем? За что? Подожди, давай уже, давай. Здрасте. Опять явились. Мало вам вчерашнего, да? Чайник медный, почти не дырявый, из курятника стащили, да кастрюлю алюминиевую, и еще ходят. Бабушка, чайник, это не мы. Это самохинские викинги, которые с рогами. А мы к вам по другому делу. Фикаем отсюда. И никаких делов нету. Хулиганство. Никакого хулиганства, мы совсем наоборот. Ну шагайте от седова, раз наоборот. И нечего собаку со двора сманивать. Непонятно вы говорите. Как можно всех людей считать хулиганами? Можно и по-хорошему. Это с вами-то? С нами. Мы к вам по серьезному делу пришли. Помочь где-нибудь или починить что-нибудь. И что это мне помогать? А вон, забор починить. Или крыльцо. Или вон дверь в сарае. Ну что это за дверь? Чихнешь и отпадет. Мы бы вам такую дверь отгрохали. Угу, отгрохали. Еще стянете что-нибудь из сарая-то. Ну, во-первых, мы не жулики. Во-вторых, было бы что тянуть. У вас там что, золото спрятано? Там у меня коза.
Бабушка, ну зачем нам ваша коза? Велосипед запрягать, что ли? А почем возьмете-то? Бабушка, да не нужно нам ничего. Джонни, хватит дурью маяться. Возьми молоток, выколоти гвоздь. Ага, сейчас. Давай. Смотри, что делать будем? Надо вот здесь отрезать, а потом зашкурить. Ага. Как думаешь, до обеда закончим? Да должны. Ну ты как Джонни! Ладно, не вопи. Ну-ка, покажи, как тебя угораздило-то. Ладно, посиди, целее будешь. Да, знаешь, какая жуткая боль. Ты же адмирал, терпи. Угу. Да уж. Надо от него держать подальше инструменты. Это точно. А эти опять сбор стучат. Пойдем посмотрим. Нечего нам глядеть на этих уродов. Мы люди мирные, с гуманитарными целями. Бабушкам помогаем. Вот, у дедушки в сарае нашел. Краска от ремонта осталась. Жуть какая яркая. Ничего, бабушки любят яркие цвета. А можно я тоже буду красить? Ты не дверь, а себя покрасишь. Вечно вы меня зажимаете. Мы бережем твой костюм. Кому нужен заляпанный именинник? Вот только отмазываться не надо. Подождите, впереди противник. Противник свернул на Калининскую, путь свободен. Глянь, что делают. Ай, молодцы, Твоя, подвинься, да. Моя доска. Там крас. Что вы тут делаете? Работнички. Люба смотреть. Ну дайте разик мазнуть. Жалко, да? Ой. Ну вот. Ну, теперь доволен? Железно. Ну все? Да, вроде. Готово. Нормально покрасить. Становись. Принимайте работу, Наталья Васильевна. Ах, вы мои хорошие. Я сейчас. Я вам конфеточек. Пойдемте отсюда, ребят. Не ради конфеток старались. Ради всепланетного добра. Пошли, давайте быстрее. Ой, подождите, я пилотку забыл, я сейчас. Небось, конфеток хочет. Ему простительно, он все-таки ребенок. Однако себе на уме. А, ладно, догонит. Двигаем. Липушка, иди сюда, голубушка.
Пойдем, матушка, я тебя привяжу, травки пощиплешь. Пойдем, моя дорогая, пойдем, моя хорошая, пойдем. А ты куда? Ну-ка, брысь, нечистая сила. Ты чего, милая? Липушка. Спасите. Соня, почему ты не идешь обедать? Ах, вот у меня опять подскочит давление. Я напишу папе и маме. Джонни куда-то подевался, а тут еще эта заноза. Ты имеешь в виду мою тетю? Соня! Да нет, я про настоящую занозу, в ладони. Ой. Кажется, я ее проглотил. Это не смертельно. Вот если бы ты проглотил... Джонни, что такое? Викинги. Липа взбесилась. Помогите, ребят! А ты что это? Вырывается! Оно так теперь и будет с нынешнего дня. А мы при чем? Дура бешеная! Больная, что ли? Больная? Это моя-то липушка больная? Да она сроду у меня не болела. Вот что, сломайте-ка вашу дверь. Мне коза дороже. Ну и... Тихо! Бабушка, дверь-то снять недолго. Только как вы без двери-то вообще будете? Старая эта дверь совсем развалилась. Украдут ведь вашу козу. Или сама сбежит. Ироды. Да вы не расстраивайтесь, бабушка. Ну, переволновалась коза. Ну, бывает. Ну, может, у нее порода какая-нибудь там, испанская, как у быков. Быки же на все яркое кидаются. Сам ты порода урода. Значит, так она теперь и будет кидаться? Да перекрасим мы дверь, перекрасим. В зеленый цвет перекрасим. Не будет же она на зелень кидаться, на траву же не кидается. А когда перекрасите? Ну, пускай сначала эта краска обсохнет, а мы пока липушку во враге попасем. Вы, главное, не волнуйтесь. Вот так, давай. Мы и дверь показывать не будем. Выводим. Уведем и приведем аккуратненько. А во враге и трава Сложней. Густая, да, сочная. Да, не то, что здесь. Ага. Пойдем, моя хорошая. Клячья испанская. Вот и нашлось дело. Обоялись, что заскучаем. Да уж. Зачем связались? Ну и пускай разносят сарай. Мы-то тут при чем? Не тронь животное! А во враге нас викинги живьем возьмут. Ой. Тихо-тихо. Не возьмут. Мы за поворот уйдем, они туда в доспехах не сунутся. Бригада козапасов. Теперь еще и краску зеленую добывать надо. Предупреждаю, у меня нет. Зеленая подождет. Оранжевая нужна. А зачем? Осталось? Ну, осталось? В чем дело, Сергей? Викингам капут. Джонни, Джонни, ты нам посчитаешь про Питера Пэна? Лучше про Робин Гута. Вера Лопатина опять Юру мячик возлупила. Скажи ей. Не понимаю, Воробьев, что тебе здесь надо? Ты же сказал, что закончил отбывать свой срок в лагере. Пока еще нет. Пошли. Ребята, вы надежные люди? Да! Есть серьезное дело. Кто знает, что такое ремонт? Это когда папка мотоцикл чинит. Молодец. А еще? У нас дома был ремонт холодильника. Только это плохой ремонт. Холодильник все равно не работает. Правильно. У нас дома везде ремонт. И пол красят? Конечно. Вот, вот такой ремонт нам и нужен, где есть оранжевая краска. Какая? Оранжевая, ну, которая пол красит, ну, как футболка у Пети. Ля-ля. Я маму стащу. Тихо, 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 тихо. Завтра приносите каждый по банке, спрячете, ну, вы знаете где. Ага, а зачем? Потом скажу, пока военная тайна. Если проболтаюсь, за язык подвесят, и вы помалкивайте. Есть. Thank you.
Сейчас, минутку, подожди. Ага, вот так вот рядом. Теперь нормально? Мне нравится, должно продержать. На месте, стой, раз, два. Внимание, разведка! Нет ли поблизости неприятеля и добычи? Есть неприятель и есть добыча. В гончарном переулке появился вражеский Джонни Воробьев по кличке Макарона. Он тащит какое-то ведро. Внимание! Впереди вражеский лазутчик! Внимание! Впереди неприятельский Джонни по прозвищу Макарона! Пол, слушай боевую задачу! Изловить подлого Джонни Макарону, взять его в заложники и выведать все военные секреты! Ломайте строй бегом! Кто первый поймает подлого Джонни Макарону, тот получит награду! Вперед! Не отставать! Не отставать! Вперед! Попался, подлый Макарона. Только суньтесь, коровы! Сдавайся! А ну, положи свою мазилку. Ага, сейчас. Взять его! Жить надоело! Вперед! Взять Макарона живым или мертвым! Железно! Они на эту краску, как коты на сметану. Сейчас появится. Пойдемте посмотрим. На месте, стой! Вашего Джонни мы все равно поймаем. Оторвем ноги и приставим к ушам. Самохин, ты грабитель. Такая банда на одного маленького. Еще и краску отобрали. Он сам ее бросил. Вы бы не лезли, я бы ее не бросил. Джульо. Да ты вообще молчи. Он военный преступник, потому что использовал запрещенное оружие. Да вы сами полюбуйтесь. Вот, ребята, да вы покажите, не стесняйтесь. Вот он все испортил. Это не оружие. Это я краску для ремонта насобирал. Чтобы пол покрасить в коридоре. А покрасил нас. Теперь тебе не жить. Отдавайте краску. Да? А повидло из морковки не хотите? Ну послушай только. Ну зачем вам эта краска? А Джонни она правда нужна. Ему же дома попадет. Сам виноват. Зачем наши щиты заляпал? Думаешь, мы такие ляпанные ходить будем? А что будете? А вот этой вашей красочкой мы щиты покроем. Чтобы пятен не было. Чтобы одинаковые были. А остаточек, так и быть, вернем Макароне. Чтоб вы подавились этим остаточком. Ну дай я посмотрю. Да подожди ты.
Круто! Вот красотища будет, а? Эстетика. Ага. Жалко только, что сохнуть будет долго. Не больше суток, а мы отдохнем чуток. Заслужили. Ну чего там? Красят! Точно? Точно красят. Ага, барабанят и мажут. Молодцы! Объявляю благодарность. Можете идти гулять, капитан. Ёлки-палки. Джонни, ты, конечно, герой, но перемазался-то как. Бедный именинный костюм. Может, тебе почистить слегка? Дома почистят. И не слабо. Ой, чешется все. Ай, щиплет! Молчи, изверг. Сейчас еще не так защиплет. Скипит даром бы тебя. Лучший разбавитель масляной краски. Вот вам его свобода от лагерной жизни. Еще утром это была чистая праздничная одежда. Евгений, ты чудовище. Да. Зато знаешь, какую мы операцию провернули? Под названием «Оранжевый диверсант». А по-моему, пора провернуть другую операцию. Под названием «Зеленая педагогика». Это как? А вот как. Пока ты здесь в купальном виде, Вера сходит на двор и принесет крапивы. С удовольствием. Не, мам, это запрещает конвенция. Какая еще конвенция? Ну, это про права детства. О правах измученных родителей там ничего не говорится. Сиди уж, горе ты моя. Господи, скорее бы в школу. Несчастная школа. Не в автобусе. О, Родька! Привет, Родька! Пушистый. Вот, вроде бы высохло. Когда красить-то будем? Ну, зеленую краску раздобудем и сразу же... Да вы, бабушка, не волнуйтесь. Мы пока что липушку на свежем воздухе попасем. Пусть пока силы набирает. И повышает жирность молока. Ой, ну чё? Пойдем, говорю. Вот она, наша радость, Липа. Но, Липушка у нас умница. Липушка у нас славная. Липушка не какая-то коза дереза. Липушка воспитывает. Напугал. Рысь, паразит! Над жаркое тебя! Он явно о чем-то догадывается. Они с Липой приятели. Класс! Непрошибаемость и огненная сила! Вот наше оружие! Ура! Ура! Сорки! 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 И сердца бы кинжала. Оставь одну лишь месть. Нас, викингов, немало, еще на свете есть. Мы неудач не знаем, всегда идем вперед. Ничто нас не пугает, ничто нас не берет. Не повернем никогда мы назад. Славе к удаче придем наугад. Пусть неприятель от страха дрожит, будет наш враг непременно разбит. Выше щиты и острее рога, мы одолеем любого врага. Всех победит даже левой одной викингов смелых отряд боевой. Мелкие уроды, кусты от нас удрав, поймут закон природы, то сильный, тот и прав. Тут главное везенье, не упустить момент, и наших шлемов тени накроют континент. Не повернем никогда мы назад.
славе, к удаче придем наугад. Пусть неприятель от страха дрожит, будет наш враг непременно разбит. Выше щиты и острее рога, мы одолеем любого врага. Всех победит из левой одной викингов смелых отряд боевой. Красота. Ха-ха, совсем как Самохин. Кушай, кушай травку, моя красавица. Жуй, жуй. Не давай поворачиваться к мишени, чтобы не увидела раньше времени. Тут важен фактор внезапности, чтобы у нее в душе разгорелось желание мести. Джонни, у меня желание дать тебе позагривку. Надоел уже. А что? Я тебе дело говорю. Надо знать психологию четвероногих. Читала книжку «Жизнь животных». Жуть! Не книжка, а ты. Ну что, пора начинать, люди. Джонни, пойди постучи. Ага, что если она не вщита в меня? Ты же не оранжевый. Только на ухе осталось. Успеешь удрать? Боишься, что ли? Кто тут боится? Подними флаг повыше. Во, гляньте, люди добрые. Делегация. Да как понимать? Это Джонни Макарона. Сам в руки идет. Напинаем? Не, это не просто Джонни, а парламентер с белым флагом. Можно и с белым напинать. Не имеете права, это запрещает конвенция. Чего-чего? Какая такая конвенция? Женевская. А, ну если Женевская. А чё, правда есть такая? Ну, вроде бы есть. А чё надо? Получите письмо. Во, парни, пишут. Вызываем на решительный бой. На поляне, за стадионом. Завтра в четверг, 12 часов дня. Давно я так не смеялся. А братскую могилу вы там уже вырыли? Для вас, что ли? Ройте сами, нынче везде самообслуживание. Может, все-таки дать по шее? В Женеве не узнают. Подождем до завтра. Не будем портить себе удовольствие. Все, гуляйте, пока живы, парламентеры. А ответ на письмо будет? Будет. Завтра 12. А, месье Д'Артаньян, на пасам паре. Ну-с, как дела, мушкетер? Читаем? Угу. Прочитал 68 страниц. Мог бы и больше, но днем не было времени. Угу. Днем у него совершенно не было времени. Он сманивал младших ребят из лагеря и устраивал с ними сомнительные операции. Да, Валерий. И видел бы ты, во что он превратил свой новый костюм.
Подумаешь, чуть-чуть ляпнул краски. Чуть-чуть? Да я кое-как отмыла этого авантюриста и хотела засадить дома. Но твой ненаглядный сын сказал... И твой, между прочим, тоже. Увы. Он сказал, что у него сегодня очередная операция. Да. Кажется, оранжевые рога. Нет, рогатая атака. Но это была только репетиция. С ума сойти. Валерий, ты совсем погряз в своих монастырских фресках и совсем забыл о воспитании сына. У него наступает такой ответственный возраст. Каюсь. Приму меры. Но сначала хотелось бы уточнить причину. Уж не появилась ли у нас в округе какая-нибудь фея, из-за которой невозможно усидеть дома, а? Кто объявился? Фея. А кто это? А ты не знаешь? Ну, так называют загадочных особ женского рода, которые вселяют в юношей радужные надежды, вдохновение. А, да, значит, объявилась. Интересно. Вселяет надежду на победу. И как она симпатичная? Ну, пап, ну ты же знаешь, главное не внешность, главное характер. Это да. А Сережка Волошин говорит, что в ней, наверное, испанская кровь. Ага, значит, она темпераментная. Ну, а где она живет? Я с ней встречался? Ну, вообще, как она выглядит? Ну, нормально выглядит. Такая коричневая, с черным отливом. Бородка у нее симпатичная, как у кардинала Ришелье. И рога у нее, знаешь, какие крепкие. Аллочка. Аллочка, кажется, мне нужен волокордин. Валера. Молодцы, ребята! Сила и сплоченность. Молодцы! Таких и сразу пиши в ОМОН. Не подведут. Противник собрался на пустыре. Уже построились. Сейчас побегу, не будет никакого боя. В натуре психи какие-то. Ну, ребят, вы их сильно не бейте, ага. Рэмбо. Может, они решили геройски погибнуть? Помолчи. Пленных заприте до вечера в нашем штабе. А Джонни сразу ко мне. Я из него чучело сделаю. Не тяни, оставь место для разбега. Серега, давай. Внимание, старт! Хорошо идет. Эй, что это она? Бешеная! Не надо, отстань!
Вот тебе награда. Боевая коза. Где же он? А, вот он. Сидишь? Ну и как там? Удобно? Да ничего. Слезай, джаба с рогами. Фиг вам. Хуже будет. За штаны стянем. Попробуй, как двину ногой в нос. Ну и что с ним делать? Дать ему джару, чтоб запомнил. 10 раз по шее. Точно, ага. Вы меня сперва еще достаньте. Ага, очень надо. Сиди там, если охота. А мы здесь. Интересно, кто кого пересидит? А драться будете, если слезу? Да не будем. Нужен ты нам такой. Хватит с тебя козы. И где нашли такую сатану? Сами воспитали. Забирай барахло и топай отсюда, пока мы добрые. Столько рогатых, они смогли с одной козой справиться. Еще полезете, стадо боевых козлов выставим. Специально обученных. Ой, ребята, не нравятся мне эти облака. Дождик будет. Это случайные облака. Сейчас унесет. Серёж, ты чего? Да так, стихи сочиняю. И что, сочинил уже? Расскажи. Ага. Вот. Брызжет дождик сквозь березы. От него нам хоть бы хны. На лугу пасутся козы. Хорошо, что нет войны. Правильные стихи. Угу. Но только это не берёза, а ясень. Да и коза всего одна. Это же стихи, а не математика. Поэтический образ. Ну, тогда нормально. Ну, ладно. Все, побежали? А? Да. Все же уже закончилось. Ну как? Мы же обещали бабке дверь покрасить в зеленый цвет. Да, мы дали железное обещание. А, идем. Ну да. Точно. Ой, люди, мне эта дверь уже скоро по ночам сниться будет. Да, коза. Супермен. Да. Коза прям супергерой. Да, повезло нам с козой. Помнишь, как она его подбросила тогда на дерево? Да, вот. А, Джонни, ну что? Джонни, ну хватит уже греметь. А может быть и не хватит. В каком смысле? У меня, кажется, опять песня придумалась. Про всех про нас. А почему только у тебя? Может, и всех у нас тоже. Ну, может да, быть. Про всех да, про нас. Да, точно. Вот как-то так. Брызжет. Джонни, держи ритм. Брызжет дождик. Ага. Брызжет дождик сквозь березы. Брызжет дождик сквозь березы. От него нам хоть бы хны. На лугу пасутся козы, на лугу пасутся козы. Хорошо, что нет войны. Ну а если кто-то драться, ну а если кто-то драться вновь захочет нам назло, мы мобилизуем 20, мы мобилизуем 20 дрессированных козлов. Почешут спины, пусть враги почешут спины, и места пониже спин. Евгений! Мы за мир двумя руками, мы за мир двумя руками, но пускай наш враг дрожит. Если он придет с рогами, если он придет с рогами, от врагов и побежит. А пока мы дружно будем, а пока мы дружно будем,
Возьмите какую-нибудь кастрюлю. Понаделали всякого оружия и леса по всем. Линьки волны. Что это было? Ты пролетаешь-то. Просто одевайся уже, наконец. Господи, раздевайся. Один, два, три.